Мамський привіт! Мене звати Альона, я мама-блогер, і сьогодні ми поговоримо про грудне вигодовування. Чим корисне грудне вигодовування для мами та дитини? Чи існують немолочні мами та як налагодити лактацію? Чи можна продовжувати грудне вигодовування, якщо мама захворіла? Що обрати, годування за вимогою чи за графіком? Материнське молоко – єдиний ідеальний продукт для харчування дитини, який забезпечує її гармонійний розвиток упродовж перших 6 місяців життя. У ньому містяться усі необхідні для малюка поживні речовини в ідеальному співвідношенні. Водночас материнське молоко збагачено комплексом захисних факторів та біологічно активних речовин. Численні дослідження показали, що найкращий вид вигодовування дитини віком до 6 місяців – це виключно грудне вигодовування. Це означає, що в раціон дитини не треба додавати будь-яку іншу їжу або рідину. Грудне вигодовування має надзвичайно велике значення для повноцінного розвитку дитини. Це і контакти з мамою, і тілесний комфорт, і задоволення рефлексу смоктання. Малятко, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, отримує можливість почуватися у безпеці, адже майже постійно його оточують звичні запахи та смаки. Материнське молоко – це джерело харчування та життя. Завдяки грудному вигодовуванню налагоджуються всі функції організму. Повноцінно розвивається імунна, нервова та ендокринна системи. Это полезно и для ребенка, и для матери грудное вскармливание. Вскармливание ребенка натуральным продуктом, как грудное молоко. Испокон веков сложилась такая, как не традиция, генетическая, а необходимость вскармливать детей грудным молоком. Грудное молоко – это естественный натуральный продукт. Нет ни одного заменителя в мире грудного молока. И даже реклама смесей, которая очень продвигает смеси, говорит о пользе смесей. В смеси всего 70, ну не более 70, 50-70 компонентов. Тогда как в грудном молоке уже найдено более 700. Уникальный состав белков, жиров и углеводов, которые подходят именно ребенку, человеческому детенышу. Там находятся и антиинфекционные факторы, и гормоны для развития и роста ребенка, и бифидобактерии. Грудне вигодовування дитини починається упродовж першої години після її народження. Спочатку у породіллі з'являється невелика кількість молозива, проте його енергетичної цінності достатньо, аби новонародженого нічим не догодовували. Поступово, завдяки регулярному подразненню грудей під час годування дитини, кількість молока збільшується відповідно до принципу попит-пропозиція. В період згасання лактації, коли грудне вигодовування закінчується природнім шляхом, молоко за своїм складом знову стає схожим на молозиво. Грудное молоко меняется в составе. Оно изначально это молозиво, в нем находится мало жидкости, а много вот именно необходимых, оно калорийное и необходимо для развития именно новорожденного. Потом приходит зрелое молоко, у него состав меняется, там больше жидкости, больше воды уже. А необходимо для определенного возраста и для более старших деток уже после года. Молоко тоже подстраивается под нужды ребенка, оно становится более калорийное, в нем больше именно иммунных факторов для поддержания иммунитета ребенка. После года уже молоко это не основная пища ребенка, да, появляется прикорм, оно не восполняет все потребности в витаминах, микроэлементах, но оно является также стойкой поддержкой иммунитету ребенку, поэтому очень важно сохранять грудное вскармливание после года. Не бывает ни молочных мам, ни молочных женщин, бывает просто неправильная организация грудного вскармливания. Немного наладив ее, выстроив правильно процесс, можно возобновить лактацию и настроить все так, чтобы было комфортно и маме, и ребенку. Существует даже такой термин, как индуцированная лактация. Что при этом случается? Мама, которая никогда не кормила грудью, которая даже не рожала ребенка, может вскормить приемного ребенка своей грудью. При этом происходит ряд определенных действий. Конечно, это работа не на один месяц, но это возможно. То есть настолько организм женщины настроен, что даже женщина, не рожавшая, может вскормить грудью приемного ребенка. Либо бабушки. Бывали случаи, когда бабушка вскармливала ребенка умершей, например, дочери.
період грудного вигодовування у дітей відбувається правильне формування щелепно-лицевого скелету. У малюків, які годували груддю, досить рідко виникають проблеми із прикусом. Крім цього, грудне вигодовування дає можливість із високою ймовірністю уникнути порушень мовлення, адже завдяки процесу смоктання відбувається становлення апарату артикуляції звуків. У той же час материнське молоко сприяє формуванню власної системи імунітету у дитини. Завдяки наявності у складі материнського молока антитіл до всіх захворювань, якими хворіла мати, грудне вигодовування можна вважати першим природнім щепленням малюка. Вот совсем недавно нашли комплекс Гамлет в грудном молоке, который предотвращает раковые заболевания у детей. То есть очень много патентов берут организации, международные фармакомпании, патентуют новые лекарства, основанные на компонентах грудного молока. То есть это уникальный состав, и отказываться от грудного молока просто так мамы не должны сдаваться. Совсем немного есть заболеваний, при которых противопоказано кормление грудью. Со стороны мамы это такие тяжелые очень заболевания, как сепсис, малярия, тиф, открытая форма туберкулеза. То есть это очень малый перечень, и эти состояния очень тяжелые. При остальных заболеваниях матери обычно грудное вскармливание можно продолжать. При вирусных инфекциях, ротавирусе, даже не то, что можно кормить грудью, а нужно кормить грудью. Мама ребенку с грудным молоком передает антитела от болезни, которой болеет сама. То есть риск заболеть ребенку ниже. И даже если ребенок заболеет, то у него уже будут выработаны мамой антитела для более быстрого, чтобы более быстро справиться с этой болезнью. У разі зменшення тривалості грудного вигодовування зростає ймовірність виникнення доброякісних пухлин матки та молочних залоз. Задля збереження здоров'я матері та дитини годувати грудьми рекомендується до 2 і більше років. До того ж, завдяки цьому подовжується більш тісний емоційний зв'язок між матір'ю і дитиною. У жінки, яка годує груддю, довше зберігається стереотип материнської поведінки. Вона більш уважно стежить за дитиною, зменшується ймовірність травм у малюка, снижается риск инфекционных заболеваний. Мама знает, что дает ребенку самое важное, самое ценное, самое питательное. Это единственная пища, которая необходима малышу. Потом есть психоэмоциональный фактор. Когда мама кормит ребенка грудью, у нее повышается уровень окситоцина. Все гормоны, вся гормональная система работает в балансе. Психологически мамы, которые кормят грудью детей, намного реже страдают депрессией. Депрессиями послеродовыми. Маме это очень удобно. Грудное молоко всегда с собой. Оно всегда нужной температуры, не нужно ничего греть. То есть ребенок при тебе, ты дал грудь и все. Не нужно покупать бутылочки, стерилизовать их, обмывать. Удобно в поездке, куда угодно. Везде мамина грудь с мамой. Также это очень экономически выгодно для семьи, потому что на данный момент смеси очень дорого стоят. Для профилактики онкозаболеваний очень важно кормление грудью для мамы. Это уже доказано, есть исследования на эту тему подтвержденные. А для недоношенных деток еще более важно получить материнское молоко грудное, потому что в нем есть все необходимое для развития ребенка. Есть гормоны роста и развития, которые помогут малышу быстрее как бы догнать сверстников, так скажем. Харчування мами, яка годує свою дитину груддю, має бути не лише достатньо калорійним, а й збалансованим. Головне джерело повноцінних білків та незамінних амінокислот – це продукти тваринного походження. Вітаміни бажано отримувати, споживаючи сезонні фрукти, овочі та ягоди. Полівітамінні препарати слід приймати лише за рекомендацією лікаря. Учитывая, что молоко вырабатывается из вашей крови, то это значит, что все витамины, микроэлементы попадают в молоко именно из вашей крови. А следовательно, вам нужно их пополнять.
грудное молоко – это такой секрет, состав которого практически стабилен. Ну, могут быть совсем небольшие колебания, но в принципе, если у него жирность там такая-то, то эта же жирность будет у него такая-то там до определенного возраста ребенка, пока его организм не потребует большей жирности, ну, к примеру. То есть вы никак не можете повлиять на жирность молока, она просто такая. И для того, чтобы вот этот состав молока, константу восполнять, природой заложено так, что из вашего организма будет все тянуться для производства молока, чтобы вышла нужная вот та самая константа по составу. И ваша задача все эти витамины, микро- и макроэлементы восполнять снова назад в организм, чтобы они возвращались. Если вы, родив, садитесь на диету, которая ограничивает вас в питании, которая лишает вас каких-то витаминов, либо каких-то элементов, то не забывайте о том, что в молоко эти витамины все равно попадут. Вопрос только, откуда они попадут? Они попадут в молоко, но вытянется из ваших зубов? Они попадут в молоко, но у вас станут тонкие стенки сосудов? Они попадут в молоко, но у вас разобьется авитаминоз? Или же у вас будет нормально продюсироваться молоко, и в это же время вы будете восполнять те элементы, которые из вашей крови поступают в грудное молоко? І наостанок невеликий лайфхак. Якщо ви хочете, аби вашій дитині вистачало молока, а грудне вигодовування тривало якомога довше, відмовтеся від пустушок та пляшечок. Подібні мамозамінники сприяють ранньому завершенню лактації, а дитина втрачає безцінні місяці унікального для неї харчування. Є ризик того, що відбудеться так називаємо путаниця сосков. Тобто дитина сосе соску, ось таку длинну, совсем чуть-чуть відкриває ротик. А для того, щоб взяти грудь правильно, нужно хорошо, широко открыть рот. Это принципы правильного прикладывания. И когда мама дает ребенку соску, он сосет ее чуть-чуть, а потом мама дает ребенку грудь, и есть опасность того, что ребенок тоже начнет сосать грудь, как соску. И потом начинаются проблемы с травмами сосков. В итоге, когда вы даете то одно, то другое, рано или поздно ребенок выделит для себя приоритет. Как я буду сосать? Я буду сосать как соску или я буду сосать как грудь? Конечно, все мы хотим, чтобы у ребенка оставался приоритет сосания как грудь. Но если он выберет себе приоритет сосания как соску, то существование правильного прикладывания вашего ребенка к вашей груди просто закончится. Самое важное – это кормление ребенка по требованию. Есть разная емкость груди. Это уже доказано сейчас, УЗИ-исследования появились. Да, не каждая мама может выдержать грудь, лактация мамина может выдержать перерыв 3 часа, не каждая. Кому-то нужно кормить каждый час, но при этом молоко снова при небольшой емкости груди, это не зависит от размера груди, но при небольшой емкости грудное молоко снова и снова образуется в молочной железе. То есть какой-то маме нужно прикладывать каждые полчаса, час для того, чтобы вскормить ребенка. Какая-то мама выдержит перерыв 3-4 часа, грудь, ее лактация не будет нарушена. Вот почему в СССР, когда очень жестко было режимное кормление, перерыв 3-4 часа, какие-то мамы могли выдержать такой перерыв, какие-то сдавались, потому что молока катастрофически не хватало. Просто нужно прислушиваться к своему ребенку и кормить ребенка по требованию, часто, так часто, как он просит, так часто, как просит грудь. На цьому в мене все. Пишіть нам за адресою, яку ви бачите на своїх телеекранах. До зустрічі за тиждень. Па-па!